Проповедник. Происхождение голем. Проповедник – усиленный противник, наклонная черта влево, мини-босс в Painkiller, Battle Out of Hell и Hell Ampers and Damnation. Встречается на уровнях приют, мертвый город, опера. Описание. Первый раз мы встречаем его на уровне приют, Пи-Бу, в качестве мини-босса. Заметив в его руках огромный тесак, первое, что придет нам на ум, так это то, что это мясник, или же какой-нибудь повар в крайнем случае. Но нет, этого монстра называют проповедником. Забавное наблюдение, в интернете широко распространена байка о том, что якобы проповедники католических церквей промышляют педофилией, не в оскорблении католикам будет сказано. Плюс к этому, он всего лишь один во всем приюте полном детей, хоть и мертвых. Троллинг от разработчиков. Дотером этот толстяк может напомнить небезызвестного Пуджа, ведь Причер такой же толстый голем, сшитый из различных кусков мяса. Все тело толстяка покрыто различными шрамами, швами и огромными порезами. По швам на плечах можно заметить, что его руки пришивали к торсу. Ступни этого монстра отрублены, привязаны и перекинуты за спину веревками на крюках, которые закреплены у него на разорванной диафрагме. Ноги без ступней замотаны в мешковину, которая обмотана сверху веревками, эдакая своеобразная обувь. Разорванная диафрагма всегда открыта, ведь она закреплена несколькими веревками с крюками у него на спине. Его глаза светятся ярким светом, точно такой же свет исходит у него из груди. Вероятно, он был кем-то создан, а-ля монстр Франкенштейна, и оживлен с помощью светящейся штуки, помещенной внутрь него. Кстати, об отрубленных ступнях. Существует такое психическое расстройство, при котором человек начинает считать, что его части тела портят его внешний вид. Пытаясь модернизировать себя, человек с таким психическим расстройством может просто взять и отрубить, отгрызть, отрезать от себя то, что по его мнению не подходит его телу. Но учитывая, что Причер сшит из кусков мяса, версия с монстром Франкенштейна более вероятна, чем версия о толстом психе с расстройствами. Для своего веса, он довольно шустро бегает, это можно заметить на карте опера. Помимо удара тесаком, данный персонаж еще и обладает телекинезом, что можно заметить на уровне «Мертвый город», где целых два толстячка метают в вас машины. Интересные факты. В специальном хэллоуинском дополнении для Hell Ampers and Damnation мы можем встретить аналог данного персонажа, у которого на лице нанесен клоунский грим. В игровом дистрибьюторе Steam для Painkiller Hell Ampers and Damnation были добавлены карточки, среди которых имеется и персонаж этой статьи.